Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Любовь Александровна Максимова, художественный руководитель театральной лаборатории пространства детского эколого-биологического центра «Росток». И сегодня я предлагаю поговорить вам о книгах. Да-да, о книгах. И спросить, как часто вы бываете в библиотеке? Согласна, очень и очень редко. А ведь это удивительный мир, в котором живет наше детство. А детство – это всегда немного сказка. Потом, когда мы взрослеем, нам кажется, что сказки нам не нужны. Вокруг нас так много камня и асфальта, что совсем не осталось места для сказок. Но я вам выдам большой и единственный секрет. Сказки не умирают. Они просто прячутся в книгах. А книги хранятся в волшебном книжкином доме, который называется библиотека. И ждут, когда мы туда войдем, откроем книгу и выпустим сказку. Сегодня вместе с актерами театральной лаборатории пространства мы приглашаем вас послушать, о чем говорят книги, когда наступает ночь. Это аудиоспектакль, главные герои которого – книгочея, словарик, приключения, букварик, энциклопедия – рассуждают о том, почему сегодня так редко ходят в библиотеку. Итак, мы приглашаем вас в виртуальную библию. Слышите? Уже бьют часы. Наступает волшебная полночь. Добро пожаловать в сказку. Здравствуйте, друзья! Очень хорошо, что вы сегодня пришли к нам в гости, ведь именно сегодня мы отправимся с вами в одну историю. А вы что думаете, это просто книги? Если это так, им ничего не надо? Вы сильно ошибаетесь. Это личности. У каждой из них свой характер, свои привычки, свои симпатии и антипатии. Предпочтения, ну и странности у каждой своей тоже имеются. Мы все родом из мечты. Она родина нашего детства, а мечта часто спрятана в книге, которые живут в прекрасном чудном мире, разрешая лучшим из людей понимать свои мысли. Чтобы дружить с книгой, каждый обязательно должен понимать, что между мечтой и тобой должно быть расстояние в одном слове – любопытство. Такое любопытство позволяет человеку раскрывать себя, найти в книге что-то особенное. И если тебе интересно, ты обязательно придешь в волшебный книжкин дом, библиотеку. Не бойтесь верить в чудеса. Сегодня мы хотим пригласить вас в одну историю. Она очень поучительная, воспитательная. И также, как в любой другой истории, в ней присутствует мудрость. Когда все уходят по домам и наступает ночь, здесь, в библиотеке,
происходят самые настоящие чудеса. Ну все, рабочий день закончился. Все библиотекари ушли по домам. Тишина. Вот она, настоящая сокровищница знаний. Книжкин дом. Жаль, но сегодня мало кто читает книги. Здравствуй, книгачея. Доброй ночи, словарь. Ты прав, абсолютно прав. Люди перестают читать. Им некогда. А мои страницы помнят, сколько рук их перелистала и сколько глаз перечитала. Я даже видела слезы радости и восторга от восхищения моими героями. А сейчас они только обложки рассматривают. Так что же делать теперь? Ну, наконец-то! Хоть немного свежего воздуха, а то так и задохнуться недолго. Стоять на полке с такими нечитанными неудачниками. Прошу заметить, не всех не читают. Приключения читают. Ну вы, мадам приключения, не будьте так строги. Да, дорогая, ты совершенно права. И гневаешься не напрасно. Не читают. Доброй ночи, госпожа энциклопедия. Присаживайтесь. Да-да, вы знаете, меня тоже возмутил мальчишка, который, помните, что делал? Спал! Доброй ночи, приключения и фантастика. Помню этого Соню. Ох, он издавал такие громкие звуки. Храп, милочка, это называется храп. Неважно, как это называется. А второй тоже хорош, он же проиграл все время. Ох, эта штука у него в руках издавала такие громкие звуки. Мобильный телефон, это называется... Я знаю, как это называется, но все равно звук он мог бы сделать потише. Библиотеки все-таки находятся. А ту болтушку помните? Да кто же ее не помнит? Сейчас только сделаю пару звоночков. Да-да, пару звоночков. Алло, Кристинка, привет, что делаешь? Алло, Катюша, то не гони. И чё сказал? Ха, и чё было дальше? Ха, с Каринкой, Ксюшкой, Катюшкой. С кем ещё? Доброй ночи, друзья. Доброй ночи. Доброй ночи. Присаживайтесь. Да, собственно, я хотел сказать. Точнее, изложить. Только... свои мысли, или, вернее, предположения относительно получившегося конфуза. У нас появилась новенькая. Новенькая? Ну да, вот она! Какая хорошенькая! Ничего с виду, главное, что внутри. Вот именно, а то заглянешь в страницы и... С ума сойти можно. Да не пугайте вы ребенка. Ей просто нужно объяснить правила. Давайте попросим букварика. А кстати, где он? Спит, наверное. Он же маленький. А почему букварь? Доброй ночи. Я здесь. Давай рассудим логически. Дети
когда в школу приходят, то с какой книги начинают? Правильно, с букваря. Это их первая серьезная книга в жизни. Соответственно, что? Правильно, они букварь уважают и ему доверяют. А с нами они знакомятся когда? Верно, намного позже. Букварик, у тебя лучше всех получится. Язык, на котором разговариваешь ты, понятен и доступен всем. И детям, и взрослым. Давай, букварик, рассказывай. Итак, смотри, это наш дом, в котором теперь будешь жить и ты. Здесь у нас детская литература, тут подростковая. А ты какая? Рассказывай. А я пришла для того, чтобы рассказать о нас, книгах, о истории нашего рождения. Ведь книга – это древнее изобретение человека. С ее помощью люди записывали, сохраняли полезную и важную информацию книг животных. В библиотеке всегда тихо и скучно. В библиотеке ходят только ботаники и отсталые от жизни люди. Уж точно не любите приключений. В библиотеке всегда тихо и скучно. В библиотеке действительно должно быть тихо. Человек, которому скучно, в библиотеке будет скучать. На самом ярком празднике, просто потому что он скучает сам себе. Библиотека – это обыкновенное и в то же время удивительное место, потому что в этом доме живем мы, книги. Библиотека в переводе с греческого «книга» и «шкатулка» – хранилище. Библио – книга, тека – хранилище, шкатулка, то есть хранилище книг. Да, это правда. Книга – это мостик в увлекательный мир, таинственный, увлекательный и интересный. Двери в мир книги открыты для всех, ведь книга – память и вечность. Книга – волшебник, умеющий неволю были превращать. Главное, чтобы нашелся провожатый. Такими провожатыми всегда были библиотекари. Библиотекарь – очень древняя профессия, ей более 4500 лет. Именно библиотекарь открывает тайную дверцу непрочитанных страниц. Библиотека – это что-то вроде волшебной страны. Там нас заколдованы удивительные истории. Они ожидают нас, чтобы выйти из немоты. Мы должны открыть книгу, и тогда они очнутся. Добро пожаловать в наш мир! Вот мы, дорогие друзья, вместе с актерами театральной лаборатории пространства Детского эколого-биологического центра и побывали с вами в волшебном доме, где живут книги. Ну как? Интересно? Библиотека – волшебное место, где книгам не скучно, где книгам не тесно. На полках рассказы, стихи и романы, истории разные, дальние страны. Когда берем мы в руки книгу, все замирает, все молчит. Когда берем мы в руки книгу, то с нами вечность говорит. И оживают понемногу сонеты, станцы и стихи. Душа выходит на дорогу, где все мы лишь ученики. Библиотека. Слово-то какое! Оно почти как Библия святое. Для тех, кто любит книгу, чтение в тиши. Недаром говорят, аптека для души. Мы в книжках ищем мудрые советы, когда не знаем, как нам поступить. И до сих пор не найдены ответы на каверзный вопрос: быть или не быть. Библиотека. Библиотека в том ее значении, в котором она издревле была.
чтобы находили мы в ней вдохновение, и чтоб душа раскрыться здесь могла. И, конечно, говоря о библиотеке, невозможно не сказать о людях, которые работают там. Это библиотекари, знаток всех книг и книжный лекарь. Среди томов и словарей сидит простой библиотекарь, хранитель судеб всех людей. Приходите в библиотеки, читайте книги. Книги – это корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению. Дорога в библиотеку – это путь к свету, и этот путь открыт каждому. Помните об этом. Помните и приходите в библиотеку. А в виртуальную Библию ночь вас сегодня пригласил детский эколого-биологический центр «Росток» вместе с театральной лабораторией пространства. Счастья вам всем и удачи! И побольше хороших книг!